союз между нами и Творцом мира показался вам странным, потому что вы смотрите на него глазами. Я прошу не обижаться на меня, мы не знакомы, но в любом случае это следствие. Любого человека, кто смотрит на Тору, на наш мир глазами материалистическими, он обязательно придет к вашим выводам. С точки зрения материалистической теории, конечно, союз странный. Творец мира заключил союз с Авраамом, и с Ицхаком потом, и с Яковом, и с нашим народом у горы Синай. Весь наш народ стоял у горы Синай. С каждым евреем был заключен союз. И что же за союз такой? Получается, во время опасности и так далее, кого бьют? Именно евреев. Кто погибает? Именно евреи. Очень странный союз. А где же Всевышний? Почему он не защищает? В этом пафос вашего письма. А вот те, кто может скрыть этот союз, а знак союза – это вот от брит, на иврите называется, это брит мила, это вот знак обрезания, это знак союза. А те, кто могут скрыть это, или которые вообще не сделали обрезание, или поскольку только мальчиков, то девочек не касается, то получается, можно скрыть и остаться в живых в тяжелые времена, а иначе тебя убьют. Найдут, что ты еврей, тебя убьют. Нехорошо. Однако, тут есть одна тонкость. Если смотреть глазами, как я сказал, материалистическими, выглядит нехорошо. Еще раз, уже не первый раз в этих записях я делаю сравнение с куриным яйцом. Если подойти к этому всему материалистически, то что такое куриное яйцо? Вот оно есть. И что оно? Оно, допустим, для еды нужно. Нужно туда разбить его. Нужно разбить. Иначе ты его не будешь есть. Если, я не говорю о деталях, но глобально нужно разбить. Если говоришь о духовном, и это правильно, именно об этом надо говорить, что суть яйца – это место, где зарождается следующее поколение. Это суть куриного яйца. И скорлупа служит для того, чтобы защищать это яйцо. Сама по себе скорлупа не нужна, она разбивается. Сама по себе, само по себе даже этот белок или желток не главное. Главное, что там может зародиться цыпленок. Если это так, яйцо выполнило свое предназначение. Если нет, она не выполнила. И поэтому вы говорите о том, что получается, что союз очень странный. Всевышний обещал нас хранить, мы ему тоже обещали, даже сделали обрезание и так далее. А он нас не сохраняет, не хранит. Что это за союз такой? Ответ. Он не обещал нигде нас физически хранить. Вы нигде в Торе не найдете какие-то обещания такого рода. Говорится, если вы будете хорошо себя вести, будет хорошо. Если плохо будете вести, будет плохо. Но конкретно, что такое хорошо и что такое плохо, не сказано. Поэтому сказано только другое. Это было обещание Аврааму дано, Ицхаку, Якову, что еврейский народ вечно, он всегда будет. Что бы ни было, всегда наш народ будет. Это обещано, и я прошу прощения, вникните, и это ровно это выполняется. Смотрите, нас окружают миллиарды врагов, миллиарды. Весь Израиль – это 6-7 миллионов евреев на сегодняшний день. Я говорю о евреях, а не о всех жителях. А вокруг Израиля миллиарды людей живут. Так что в среднем получается на одного еврея 1000 окружения. И оно не только недоброжелательное, и не только недружелюбное, оно чаще всего враждебное. Мы живем, и мы существуем, и мы процветаем. И даже иногда нам завидуют, настолько мы процветаем. Как это может быть?
Это может быть из-за этого завета. Это то, что Всевышний обещал. И он его как раз очень соблюдает. Поэтому мы существуем, и мы себя проявляем, и мы развиваемся. И все это благодаря этому обещанию. Вот это и есть выполнять обещание. Нет обещания, что мы останемся в живых все. Отдельные люди могут и уйти из мира. Мы все придем к нему в духовном плане. Мы все после завершения нашей работы 6000 лет будем в 7000-летии дальше. Там это все будет происходить. Это Всевышний обещал. И это он выполняет и будет выполнять. И это хорошо. А вот обещал нас, чтобы держать нас в физическом теле и сохранять от врагов, в любых ситуациях и в любом случае, нигде не было обещано. И поэтому видите обратные результаты. Но Творец абсолютно точно выполняет все, что написано в Торе. И поэтому, если так смотреть, вы увидите наш мир немного иначе, намного более красивее, и будете в этом даже принимать участие. Я в этом абсолютно уверен. Но при этом надо научиться смотреть глазами духовного мира. Тогда будет открываться перед нами правда, внутренняя правда, настоящая. И тогда вопросы отпадают. Всего доброго, до свидания.